Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Вы в мире домашних животных. Сегодня мы хотели бы поздравить вас со светлым праздником Великой Пасхи. Конечно же, желаем вам здоровья, счастья, удачи, благополучия всей вашей семье. Пусть ваша жизнь складывается легко и просто, а все неудачи обходят вас стороной. Конечно же, в честь праздника я решила угостить маленькую домашнюю обезьянку Алексу вот таким маленьким куличом, ну и, конечно же, крашеным яичком. Если честно, сразу могу сказать, что эта пища для маленькой обезьянки не совсем полезная. Но так как Пасха всего лишь один раз в году, немножечко побаловать обезьянку, конечно же, можно и даже нужно. Как вы заметили, первым делом Алекса принялась за куличик. Куличи, хотя и сдобный продукт, но не совсем сладкий. Поэтому в небольших количествах, конечно же, никакого вреда здоровью обезьянки он не принесет, а кушает она его с огромным удовольствием. Животным, так же как и людям, иногда хочется чего-нибудь вредненького, ведь все вредное безумно вкусное. Самое главное помнить о том, что нельзя злоупотреблять вредными продуктами. И все это необходимо держать под четким контролем. Иногда мне кажется, что маленькая обезьянка Алекса и сама знает, сколько же ей можно съесть того или иного продукта. Потому что, обратите внимание, немного покушав кулича, она принялась за вареное крашеное яичко. В будние и повседневные дни Алексе я, конечно, не даю куриные яички. Она питается исключительно перепелиными и сырыми яйцами. Но в этот раз можно ее побаловать. Мне даже было на самом деле очень интересно, будет ли она кушать такое яичко. На мое удивление, Алекса оказалась настоящим профессионалом. Если она до этого никогда раньше даже не пробовала такие яйца, она без труда принялась его очищать, как будто знала заранее, как это делается. Но белок кушать она, конечно же, не стала и принялась сразу за желток. Несмотря на бытующее мнение, животные, конечно же, знают, что для них вкусно и, безусловно, полезно. Вот такой праздничный ужин получился у маленькой обезьянки Алекса. Ну а вас, друзья, я хочу поблагодарить за вашу поддержку, лайки и комментарии. Еще раз желаю вам счастливого праздника, здоровья, удачи и хорошего настроения. До скорых и интересных встреч в мире домашних животных. Мы вас очень любим!